Доброе утро! Меня зовут Ксения Устинова, и сегодня я хочу рассказать о книге «45 татуировок продавана. Правила для тех, кто продает и управляет продажами». Автор Максим Батырев. По разным обстоятельствам жизни мне приходилось работать менеджером по продажам и в смежных профессиях. Каждый раз возникали проблемы, которые мне казались очевидными, но в связи с устоявшимися нормами общества создавалось впечатление, что мое восприятие ошибочно. Именно это руководители своим менеджерам и транслируют. И к росту продаж такая позиция в конечном итоге, конечно же, не ведет. Самая главная проблема, с которой я сталкивалась в продажах, это приложение абсолютно западных американских схем на российскую действительность. Особенно, когда берется исключительно та часть, которая совершенно не работает в нашей стране. А когда вы пытаетесь сказать об этом руководителю, он воспринимает это как нежелание стараться, прилагать усилия. Все равно требуют от вас результаты, причем результаты американские. Сделать их в российских реалиях невозможно. Вторая проблема – обучение. В одной организации, где я работала, людей брали без опыта, садили за компьютер и оставляли без поддержки, без наставника. И было совершенно неудивительно, когда в свой третий рабочий день новички уходили на обед и больше не возвращались. Человека принимают на работу и сразу ждут от него каких-то великих свершений, абсолютно не объясняя, что он должен делать, как он должен это делать, игнорируют вопросы и возможности обучения, мотивируют исключительно деньгами и больше ничем. А такой подход не дает результата. А как ни странно, в России, по крайней мере в Перми, очень многих деньги не мотивируют вообще. Люди высиживают рабочее время и идут домой. Ну и самое главное, в России считается, что основная задача бизнеса – это зарабатывать как можно больше. Но все успешные компании давно доказали, что основная задача бизнес-организаций – это решение проблем клиента. Когда все сотрудники компании ориентированы на превращение проблемы клиента в решаемую задачу. И все сотрудники вовлечены именно в процесс решения этой задачи, а не в отсиживание рабочего времени, только тогда можно говорить об успехе и росте. Максим Батырев прошел путь от рядового специалиста по продажам до одного из членов правления компании «Что делать консалт» сети «Консультант Плюс». И мне очень понравилось, что мои выводы о сфере продаж во многом перекликаются с выводами автора, который достиг таких высот. 45 татуировок – это 45 ошибок, которые совершаются в области продаж. И самое важное – распознать, что это ошибка, пережить ее и выбрать стратегию ее исправления. На каждую ошибку автор приводит пример, который не всегда применим к сфере вашего бизнеса, но он дает общее представление и понимание, что можно реализовать и в вашей организации. Книга адресована всем, и непосредственно менеджерам по продажам и их руководителям. О том, как учиться, как учить, как достигать результата, как мотивировать на результат. Мне книга понравилась по многим причинам. Во-первых, я наконец-то поняла, почему те или иные системы не работали и как реально нужно было их реализовывать. Во-вторых, как взаимодействовать с клиентами и руководством. В-третьих, книга частично автобиографична, а биография – один из моих любимых жанров. В-четвертых, книге достаточно юмора, и даже если вы не узнаете ничего нового для себя, все равно приятно проведете время за чтением. Эта книга комфортно оформлена, что удобно для повторного чтения или быстрого решения задачи. По названию «Татуировки» вы можете быстро сориентироваться в проблематике и прочитать или перечитать нужную главу и сразу приступить к решению текущей задачи. Доброе утро и хорошего дня! Читайте книги, узнавайте новое.